Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и это потерянная серия Gravity Falls. Серия начинается как Deeper Speed, и вдруг его пугает страшное чудовище. Как оказалось, этим чудовищем была Мейбл. Она кричала, что через неделю у них день рождения. Диппер радовался, ведь наконец-то он сможет смотреть мультики для взрослых. Вдруг к ним летает Стэн и чувак, которого никто не слушает. Стэн орёт, что через неделю ему придет толстый мужик, с которым он сможет делать все, что захочет. После он добавил, что у него нелегкие времена. Заставка. Она была страшная, все рыпело. Было мрачно. После нее был переход на Мейбл и Диппера. Они готовили к своему дню рождения. Все было мрачно и страшно. К ним влетает Стэн и сказал, что им нельзя проводить вечеринку у него дома. Чувак, которого никто не слушает, сказал, что можно провести вечеринку в спортзале, он все равно там просто стоит без дела. Они собрали спортзал, как вдруг резкий взрыв. Диппер прибежал на взрыв. Там был прадядя Форд. Он обернулся к Дипперу. Его глаза были белые, сам он был темного оттенка, что очень и очень пугало. Он сказал, что Диппер должен идти с ним. Но Диппер был занят подготовкой к своему дню рождения. Форд накричал на него. Дипперу стало так страшно, что он аж согласился. Переход на школу. Туда приехала Мейбл и Сус. Когда они зашли, они увидели много людей, в которых вселилась сущность, и они убежали оттуда. Мейбл пыталась сказать Дипперу, что что-то не так, и чтобы он был аккуратнее с дядей. Но рация вышла из-под строя. Переход на Форда и Диппера. Форд привел его к летающей тарелке. Звал его на самую смерть. Они спустились вниз. Форд сказал, что там уже все спокойно. Вдруг резкие помехи. Они уже оказались в другом месте. Прадядя Форд показал Дипперу, как работает магнитная пушка. Он спустился вниз. Диппер запустил пушку. Он набрал разбег и побежал. Но его пушка была сломана и выстрелила вверх. И его подняло на самый верх. И он упал. После такого падения не выживал никто. Громкий и ужасный смех Форда. Так вот зачем он затащил его туда. Чтобы убить. Тем временем Мейбл разносила пригласитель на день рождения. Она пришла к своим подругам и дала им пригласитель. И они ее обняли. Как вдруг же Рухе пришло смс, что Диппер мёртв. Она рассказала об этом Мейбл. Мейбл была не в себе. Она развернулась и ушла. Мейбл не верила и отправляла смс по рации Дипперу, но он уже ничего не слышал. Серия резко оборвалась. Йоу, братва, что ж, теперь давайте мы откроем это письмо и посмотрим, что там. Здесь флешка? Ну, давайте попробуем ее подключить и посмотрим, что на ней. Здесь какое-то видео. Йоу, ребят, пока я иду открывать дверь, напишите в комментариях, как вы думаете, что это за видео. И встретимся с вами позже. На этом все, с тобой был Сергеонис. Поставь лайк, тебе это всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подписывайся на мой канал, тебя ждет много интересного. И помни, это всего лишь мое воображение.